Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем проходить Quad Mountain. И на этот раз наше прохождение будет более эпичное, потому что я добавил сюда шейдеры. Да, я добавил сюда эпичные шейдеры. Вы только посмотрите, как все выглядит. Это выглядит просто эпик. Это выглядит нереально классно. Только посмотрите на эти пейзажи. Вот теперь играть в Minecraft реально круто. Он не только захватывает геймплеем, но еще и хватает своим именно видом. Выглядит это очень здорово. Мне очень нравится, полагаю, и вам. Только почему-то слишком ярко как-то. Возможно, это, конечно, у меня яркость как-то подкручена. Или что-то типа того. Ну да ладно. Вернемся к постройке нашего дома. И еще мне надо покушать. Так, что у нас тут со стеклом? Почти все пожарилось. Этого, наверное, хватит даже на то, чтобы поставить сюда стеклышки. Надо будет что-нибудь придумать. Что, как я буду эту башню переделать, но думаю, я этим займусь уже в последний момент, когда у меня будет хороший инструмент и все такое. Так, надо убрать здесь стекло и здесь поставить. Так, это можно здесь. И пусть это все остальное там же и лежит, я скорее приготовлю покушать, так как я сейчас уже с голода помирать начну. Это весьма неприятно, я думаю. Так. Надо что-то придумать. Так, надо сделать новые инструменты и отправимся мы скоро. Путешествия. Искать приключения на свою задницу, скорее всего. Так, и, наверное, кирку. Кирку, наверное, тоже сделаю. Пригодится нам еще. Ну и все, думаю. Остальное я оставлю здесь. В принципе, нам больше не надо. И пока что еще у нас здесь все это готовится. Я пойду сделаю нам крышу. К сожалению, я ничего здесь не поставил такого, чтобы... Вернее, версия Майнкрафта у меня старенькая. Ау, я ж умираю с голода сначала. Сначала надо быстрее покушать. Так, давай, давай, я не хочу умирать. Не хочу, это весьма неприятно. О, да, наконец-то я не доел. Вот теперь наконец-то я поел. Это весьма эпик. Да, наконец-то я сыт. И теперь вернемся к постройке крыши и о чем я там говорил. Говорил я о том, что у меня стоит версия 1.2.5 и доски, увы, вернее, нету полублоков цветных и лестниц, соответствующих именно этому дереву. И он просто будет как стандартное дерево сделано у нас. И это будет выглядеть ужасно, я думаю. То, что коричневое такое дерево и белые доски. Возможно, я, конечно, потом установлю себе... Оу, черт. Установлю себе последнюю версию или же добавлю мод, чтобы... Так как последняя версия не особо стабильная, поэтому, возможно, я просто добавлю мод. И чтобы в нем были нормальные эти блоки. Какого черта этот снег так быстро ломается? Я даже ничего не успеваю сделать. Надо сделать такую основу, чтобы это все симпатично выглядело. Чтобы нас это радовало. Они... Черт, камней нету. Ладно, потом тогда вернемся, доделаем все это дело. Домик выглядит вполне приятно. Мне нравится. Только надо сделать еще лесенку. Лесенку я, наверное, деревянную сделал, так как у меня камней особо-то и нету. Так, 4 штучек хватит. И железо сюда. Вернее, золото. Какое еще железо? Куда я железо убил? Так, сюда. Ну какого хрена ты так... Да еще и упал. Что-то совсем не получается поставить как надо все. Так, тут у нас все готовится. И думаю, пора отправляться в путешествие. Для этого я заберу еще ведерко воды. Насчет алмазов я сомневаюсь. Карта, карта, карта. В принципе, карта мне не понадобится, наверное. Картины мне явно не понадобятся. Вот железо на всякий случай возьму. И больше мне... Хотя я еще возьму косточку. Вдруг я найду собачку. Заведу себе собачку. И назову ее как-нибудь. Надо будет придумать. Как бы ее обозвать. Ладно, пока не буду над этим думать. И я забыл самое важное. Я не сделал факелы. Хотя я могу сделать их здесь, у меня и уголь с собой. Зачем мне идти обратно? Так, думаю, этого хватит. Надеюсь, этого хватит. Так, и вот, у нас 44 факела. Это просто эпик, эпик. И надеюсь, что эта пещера не будет прямо вообще-вообще огромной. Какая-нибудь будет она... Не пали в меня! Не пали! Кто тебя учил стрелять? Я хотел его сам уничтожить. Он взял и прыг и убился. Типа, мол, хрен тебе. Не убить меня. Так, вообще меня пугает обилие скелетов этой пещеры. Но...
Ох, да господи, как я мог упасть сюда? Так, и куда теперь топать? Я ничего не вижу, никаких прощелок, куда можно было бы слезть. Там стекает куда-то вода, возможно, я пойду туда. Так, зомби, скелеты. Давай, втопил, втопил, давай, в темпе. Ох, черт, черт. Давай. Ох, нет, там вода стекает в никуда. И меня тут сейчас порвут к черту. Давай, беги, 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 беги. Как же это больно. Вы себе не представляете, как это больно, когда он стреляет в задницу стрелой. Это очень больно, даже если у вас надеты железные доспехи. О. Представляю, каково сейчас моему герою. О, вот и пещера, вот куда нам надо. Так, пошел, пошел. Ой, господи, страшные звуки включились. Это означает, что мне, возможно, придет смерть. Хотя я надеюсь, что этого не будет, конечно же. Так, извините, ребята. Ты пошел-ка отсюда? Вот так вот, молодец. Так вот и надо уходить, не приставать к людям. Не мешать им работать. Это... Да... Дурацкая шахта. А, ух ты, чертов Эндер. Он с другими шейдерами выглядит как черт знает что, когда на него работает такое освещение. Не стрелять в меня! Кто вас учил стрелять в людей? Не надо так делать, пожалуйста. Господи, какой паук ядерный. Что ты какой-то яркий слишком. Да исчезли, ты хочет мне бить уже. Та-та-та-та-та. Все. Ох ты, привет, зеленый. Друже! Нет! Слушай, ты тактический скелет. Ты знаешь, что мне больно ведь. Так, все, все, я вас обоих устраню. Не надо меня стрелять больше. У вас нет шансов, чтобы драться со мной, когда вы вдвоем. На мне же железная броня, как-никак. Вы хоть смотрите, в что я одет. А ты что у нас тут? Ну, удачи. Так. И куда бы мне пойти? Меня вообще пугает такая огромная пещера. И я вообще боюсь таких огромных пещер, тем более, что они наполнены монстрами. Но хотя тут нет никаких спаунеров, и это меня радует, в принципе. Но и в то же время у меня почему-то создается ощущение... А есть ли в этой пещере хоть что-нибудь? Надеюсь, что есть сокровища или древняя цивилизация. Я хочу узнать, чем они там занимались. Я хочу познать их полностью. Так, слушай. Слушай, друже. Знаешь, отстань-ка от меня. Привет, спайдер. Спайдер, спайдер. Так, все. Надо куда-нибудь смыться, я думаю. Я, пожалуй, смоюсь туда, где будет безопасно. Где-то вот туда, наверное. Фух, господи. Так, и что нас тут ждет? Нас ждет лазурит, нас ждет железо, и нас ждет безопасность. Здесь никого нету, слава богу. Тут торчит рядом прямо. Прямо вот здесь где-то. Ну-ка. Тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Походу нет. Ну и слава богу, наверное, он надо мной стоит. Так, я пока соберу железо. Надеюсь, на меня никто не упадет сверху. Да, хорошо было бы. Соберем все это хорошее добро. И используем его где-нибудь тоже. Наверное, я в доме использую. Коврик сделаю из лазурита. Если я не найду хорошей шерсти какой-нибудь. Вообще, я бы хотел себе, не знаю, какой-нибудь оригинальный коврик сделать. Да, в моем новом замке будет коврик какой-нибудь. Правда, не знаю, сделать. Ох ты, алмазы! 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 Крипер горит. Так. Господи, какие тут звуки мощные. Так. О, да, алмаз. Алмаз. Тут нет никаких ловушек, надеюсь. О, да, алмазы. Да, ачивмент алмазы. Оу, е. Это просто эпик. Наконец-то у меня есть алмазы. Вы себе не представляете, как я рад. Еще я буду рад, когда я затоплю эту лаву всю. Тогда я вообще буду прямо... О, да-да-да-да-да. Все, вот так вот заливайся. Да, только что-то очень громко все это дело. Я немножко, наверное, громкость убавлю. Где-нибудь, не знаю, до 20%, допустим. Что-то как-то у меня все это громко орёт, я не знаю почему. О, все, нету лавы, нет проблем. Так. И куда бы теперь топать? В принципе, я тут ничего такого не вижу, что прямо в меня так... О, а откуда тут... Это нормально, что песок в пещере? Так, в общем, меня это заинтересовало. Я что-то не припоминаю, чтобы в пещерах был песок. Ну, кажется, тут ничего нету. Странно. Серьезно, когда я раньше играл в Майнкрафт, я что-то не припоминаю такого, чтобы у меня в пещерах был прямо вот так вот этот песок лежал. Или я где-то не глубоко нахожусь, хотя это бред.
Так, заткнись. И здесь заткнись. Все будет хорошо. Так. Надо свечку поставить. Значит, освещение, оно как бы классное, когда ты находишься на улице именно. Вот смотришь на все эти пейзажи. А вот здесь оно как-то работает так странно, что... То ли я просто не привык к этому. Так, слушай, скелет. Прыгни в лаву. Будь хорошим скелетом. О! Вот крипер себя умеет уничтожать, а ты не умеешь. Почему тебе не научиться у него? Хотя не, лучше не надо учиться так, как у него. Научись просто умирать и все. Это будет весьма удобно. Весьма хорошо. Вот на хардкоре мог бы быть причин. А я не хардкор поставил, так что все нормально. Мог бы и просто взорвать, фу, просто умереть. Так, а тут у нас что? Тут у нас секрет. Да, охрененный секрет просто. Я обожаю такие секреты, знаете, просто... Это не может не радовать. Ох, и где бы сейчас что им найти? Я ушел в какую-то хрезную такую пещеру. Ладно, я нашел алмазы, это, конечно, меня весьма радует. Но я не нашел ничего такого, на что я надеялся найти. Это весьма грустно, знаете. Грустно ходить по пещере, в которой ничего нету. Ладно, тогда я эту пещеру буду считать, что это пещера для ресурсов именно. Здесь я буду пытаться добраться именно до каких-нибудь нужных мне ресурсов или вообще до какого-нибудь места. Так, так, надо отсюда теперь выбираться потихонечку, так, чтобы никто нас не убил. А, в общем, в принципе, неплохая пещера. Довольно-таки симпатичная, скажем так. Но небезопасная. Чего бы мне хотелось, конечно же. Привет, крипер, снова. Бам! Готов. Ой, как я его одним ударом уделал. Просто, просто профи. Хотя можно было вообще без ударов его убрать. Да. Нашел, чем выпендриться, называется. Так. Спасибо за железо. Мне его надо много. О, вообще, я бы, наверное, сделал голема и послал бы его сюда. Он просто бы тут перебил всех. Тут поставил бы всем. Показал бы, чья это пещера, чья это хата, чья это дом. Вообще сюда лезть не надо было. Всех бы отсюда повышвыривал. Фейс-контроль такой был бы у нас. Не похож на Стива, вали отсюда. Тесно, зомби считался похожим на Стива. Он, в принципе, ну, на человека похож, только зеленый. Странно. Так, я голодный. У меня остался один кусок мяса. Это и печально, конечно. И хорошо, что у нас остался один кусок мяса. Так, и куда бы теперь двигать? Двигать надо куда-то в хорошем направлении, это уж точно. Но меня смущает количество свечек. И вообще, почему здесь земля какая-то странная? Будто тут криперы взрывались или что? О, привет. Слушай, не мешай. Какого черта, когда я прошу вас не мешать мне? Вы лезете со всех щелей. Вы гадкие твари. И особенно вот ты. Ты вот серьезно гадкая тварь. Паучище долбанное. Так, почему я не могу запрыгнуть? А, вот все нормально. Так, надо выставить что-то на первое место. Пусть кирка будет тогда уж. И надо спускаться вот туда. Так, а вообще я там был? А, если что, я поднимусь обратно. Так, и тут, вау, какой сейчас эффект был у воды. Это блюр у нас. Вода так классно выглядела. О, господи, какого черта тут целая куча криперов. О, нет. Только посмотрите, здесь... О, здесь алмазы. Ну, там вечеринка прямо криперов. В честь чего, интересно? Просто серьезно, их там так много, и такое видишь нечасто. Ах, так, ладно, заберем алмазы. Так, алмазы, где они были? Привет. Слушай, давай-ка отойдем подальше от алмазов. Ты понимаешь, что это ведь серьезная вещь, алмазы. Так, хорошо, кстати, криперов... Ау. Кто? Откуда? Как? Вообще, я горю. Слышь, ты! Он еще и стрелу поджег. Это вообще... Ну, это верх тактики у монстров. Фух, это было опасно. Так, быстрее забираем даймонды. Нет! Он не уничтожил мои даймонды. Слава богу. А, пошел отсюда. Пошел. Ах, это больно. Это серьезно больно. Но я теперь богат. У меня целых 6 даймондов. Слушайте, привет, крипер. Привет, крипер. А, можно вы сделаете? Просто взорветесь и как бы... Ну, просто взорвитесь, чтобы меня не беспокоить. Вот. Ну, почему ты... А, ну и ладно. Я тебя сам убил. Ах.
Да, глубоко мы находимся. У нас уже дымок пошел. Господи, дым идет ведь. А если я копну вниз, я не... А, ну ладно, просто так выглядит, как будто бы я сейчас прокопаюсь, и там уже будет не адамантия, а просто дырка такая, конец мира, и все. Странно, конечно, автор сделал как-то насчет высот. Прямо на самом пляже там можно встретить слаймов, если помните. Это просто странно, серьезно. Так. Ох ты, еще даймонд. Я серьезно богат. Ох ты, грибочки. Ох ты, даймонд. Господи, я серьезно. Я все, я тут буду прям вообще. Так, прям вообще труп сейчас я буду, если я ничего не съем. Так, можно съесть зомбятину. Можно съесть еще что-нибудь. Например, только что. Где-то здесь обычные грибы были, да, вот они. Сейчас мы сделаем тарелочек. Поедим супчика, наедимся нормально. Заберем алмазики и все. Все, будет у нас все хорошо. Потом приступим, наверное, к постройке дома. Надо будет собрать, конечно, побольше камней. Или все-таки из дерева построить его. Ой, зачем я сделал еще один верстак? Господи! Я хотел сделать тарелочку, сделал еще один верстак. О, дурацкие верстаки. Так. Кушать, кушать, кушать. Так, грибочки. О, да, супчик. Как я давно не ел этот супчик. Этот божественный супчик. Так. Как он вообще ест его вместе с тарелкой? Прямо там аж видно было, что куски от тарелки отлетали. О, да, алмазы. Алмазы. Вот у меня почему-то такое ощущение, что я сейчас... Пошел я за алмазами, и тут вот я сломаю какой-нибудь блок, и на меня упадет куча динамита или еще чего-нибудь. Вот серьезно, автору надо было подумать над такими идеями. Когда ставишь кучу алмазов в шахте, думаю, из этого было бы гораздо интереснее. То, что ты не просто идешь копаться в шахты, а должен при этом думать насчет своей безопасности. Там так бац, и появляется какой-нибудь метеорит из динамитов, и все, тебе надо бежать. Это выглядело бы классно. Это было бы что-то наподобие какого-нибудь Индиана Джонса, не знаю. Да, такие вещи достаточно забавные получаются для таких карт. Так, грибочки надо не забывать забирать. Ага, размечтался о грибочках, когда места нет. Так, это еще что меня так штормило, только что туда-сюда. Фух, меня уж мир пугает. Так, у нас кончились свечки. Ну, в этой пещере я вроде больше ничего не вижу ценного. Железо-то уголь. Уголь вот надо собрать, наверное, я его переведу сейчас. Еще в свечек. Иначе глупо я шастаю в шахтах, не собираю уголь, который мне так важен. Одна из важных вещей в моей шахте. Так. Ох, Так, лучше я, наверное, вот этот уголь потрачу, так как он просто место занимает больше, а толка от него никакого. Странно это. Так, и тут у нас вроде больше ничего нету, можно отсюда вылазить, в принципе. Я ведь ничего не упустил. На потолке ничего нету. Ну и ладно, пойдем. Пойдем мы дальше. Дальше в путешествии. Исследовать шахты. Это геройское приключение, прям. Чувствую, что меня ждет. Да, привет. Как дела? Похоже, все мертвое. Я уже хочу выйти из этой шахты, так как меня смущает обилие скелетов, как обычно. Как обычно, мне стреляют в жопу, я не сопротивляюсь им. Так, привет, мистер Скелет. Не стреляйте в меня, пожалуйста. Так, куда бы еще податься-то? Я уж ничего не вижу. Ничего, гаденыш, ты маленький. Иди. Плохой питомец. Кстати, насчет питомцев. Может, я поставлю какой-нибудь мод, который добавит мне нового спутника. Да, было бы классно. Я помню, был ролик, по-моему, назывался Куб World. Куб World назывался. На ютубе где-то можете найти этот ролик. И там была свинюшка-компаньон. Да, можно было бегать со свинюшкой-компаньоном, она там ему помогала так нормально. Я бы тоже хотел себе такую свинюшку. Представьте себе, я бегаю по пещерам, дерусь с монстрами, при этом мне помогает свинюшка. Это же просто эпик. Я считаю, такой мод надо определенно добавить. Вообще, по сути, моды я хочу добавлять именно так, чтобы они не сильно влияли на игровой процесс. То есть не делали игру слишком легкой. Ну и делали как бы ее удобнее, но не прямо не делали ее слишком казуальной.
то есть легкой, если не знать, что такое казуальная там. Да хватит стрелять меня! Хватит! Мне вообще пора выбираться, какого черта я круги нарезаю. Ставлю свечки везде. Хотя, в принципе, хорошо, что я ставлю свечки, но все-таки. Все-таки это немного больно, знаете, когда бегаешь, ставишь свечки, в тебя в задницу стреляют или пытаются тебя взорвать. Это как бы и физически, и морально на тебя давит. Это весьма неприятно. Так, уйди. О, Хендер. Нет, не знаете, на краю стоять тогда как... О, черт. А почему ты не застрелил? Я бы себе пластинку нашел. Воспроизвел бы музычку у себя дома. Создал бы атмосферу уютную. Ах, ладно, все, выбираемся из этой пещеры. Я думаю, что больше я здесь ничего, в принципе, не найду. Кстати, там видно снег прямо. Если я здесь выкопаюсь, то я выйду. Вау, паук летает. Вряд ли, что я, наверное, куда-то еще выйду отсюда. Хотя не помешало бы еще, конечно, немножко разведать это место. Давайте мы еще куда-нибудь здесь сползаем и потом уже пойдем в другие места, если здесь больше ничего нет. Чертов крипер. Чертов крипер. Какой же ты гаденыш. Так. Тут снежок у нас. Снежок это всегда хорошо. Это означает, что я нахожусь на вершине этой горы. С обратной ее стороны. Наверное, как-то так. Так. И там я ничего не вижу. В общем, понятно. Эта пещера нужна нам только для того, чтобы найти какие-нибудь ресурсы. Возможно, конечно, что-то здесь еще есть, но это очень глубоко закопано. И как бы я боюсь за свою задницу, что меня здесь порвут просто, и все. И это как-то не очень приятно, когда вас убивают. Наверное, вы меня понимаете. Надеюсь, что вы меня понимаете. Ох, ладно, сейчас мы хоть... Так, а где дом-то наш? А, вон. Нормально так ушел. Я думал, что это самая вершина. Это еще только рядом. Ох, ладно, мы собрали ресурсов. Сейчас дойдем до дома. И, наверное, на этом закончим. В следующей серии постараемся обустроить, наверное, домик. Думаю, весьма будет это хорошо. Пора уже сделать хороший домик. Или хотя бы я башню хочу сделать, чтобы любоваться вот этой красотой. Это просто классно. Это реально классно. Очень нравится. И в следующем, наверное, видео я еще добавлю один мод. Как раз компаньон какой-нибудь у меня появится, наверное. Ну да ладно, если вам понравился летсплей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также комментируйте. Ну и конечно же еще вступайте в группу ВКонтакте. Удачи, спасибо за просмотр.